З уласнай выставы «Мой Мінск» беларускі мастак Віктор Альшэўскі прэзентаваў гораду карціну. На палатне пад назвай «Калонна славы» выява храма ўсіх святых. Дар сталіцы прыняў мэр горада, ён разам з гасцямі пазнаёміўся з работамі мастака і абмеркаваў арганізацыю будучых выстав. Сегодня открывается культурно-деловой центр Беларуси в городе Москве, посольство в квартале. И я думаю, что мы внесем предложение послу о том, чтобы организовать вот эту выставку, презентовать москвичам. Я думаю, они оценят это, и посольство пойдет нам навстречу. Наш город имеет свой выразительный образ. И я попытался вот таким образом взять в отдельности как бы каждый архитектурный как бы памятник, я так называю, да, и его, ну, сделать портрет из него, да. То есть подчеркнуть его особенность, его, ну, как бы какую-то глубину, и представить о том, как создавался этот архитектурный тот или другой памятник, как архитекторы его создавали, как они его рисовали, чертили, да, как строители строили. У арт-проекте Віктора Альшэўскага 17 картин про знакомитые архитектурные символы Минска. У своих работах мастак раскрывает образ целой эпохи.